Всем привет, здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите программу «Точка», финальную точку этого года. 23 -го, воскресенье 31 -го мы уж не выйдем. Все разлетимся, разойдемся, и даже, может быть, технической возможности не будет встретиться. Так что, извините, итоги года подведем сегодня. Рад приветствовать Григория Бакунова. Привет, Гриша. Да, привет. Здесь же и Аскар Туганбаев. Привет, Аскар. Привет, ну и Михаил Климарев, разумеется, привет, Миша. Да, всем здрасте. Вы, как видите, мы немножко сегодня черно-белые. Это не просто так. Да, мне кажется, что просто так. В принципе, можно было сказать, что мы сегодня черно-белые, потому что жизнь у нас такая, знаете, такое ощущение, что все дальше прошлое отодвигаемся. На самом деле все очень просто. У меня по непонятной причине наложился синий фильтр, и мы решили, что из солидарности мы все будем черно-белые. Смотрите, у нас как в советском телевизоре, знаете, голубой огонек, но черно-белый. Ну, может да. быть, и год, и год такой тоже черно-белый. Ты знаешь, да, мне кажется, это такой, такая вот, извините, монохромность, она вполне себе соответствует. Но я, ты знаешь, сегодня отбирал темы на, сегодняшний, на сегодняшнюю точку и подумал, что, во-первых, мы, конечно, из года в год обо всем этом говорим. Может быть, они еще и продиктованы спецификой нашей программы. Вот. Но, конечно, война и все, что с ней связано, разумеется, влияло на то, что происходило и в нашей сфере. Но э, некоторые тенденции, тренды, они еще до войны завелись и э, росли и прорастали и прорастают так дальше. Ну, вот ты знаешь, буквально новости этой недели, которые абсолютно подходят нам для того, чтобы начать говорить об итогах. В России разработали нейросеть «Товарищ майор» для э, Дианона владельцев анонимных телеграм-каналов. Пишет, правда, об этом газета «Известия», что само по себе стремновато, у них выходило много разных каких-то, э, значит, таких публикаций, которые потом не оправдывались. Но, с другой стороны, никто нам не мешает э, поговорить вообще, э, в принципе, о э, такой возможности и такой реальности. Подводя один из итогов года вот такую, знаешь, всеобщую э, усиление всеобщей слежки. Мы еще поговорим отдельно про камеры. Ну вот, оказывается, в России, если верить газете «Известия» и при службе национальной технологической инициативы, которая она цитируют, научились деанонимизировать телеграм-каналы. Сейчас специально созданная нейросеть товарищ майор, и меня уже вот это вот, знаешь, вызывает некоторое недоверие, проходит внутреннее тестирование в компании разработчики T-Hunter. Что скажете насчет а, а, деанонимизации с помощью искусственного интеллекта? Ну, это же не первая попытка, в том смысле, что есть большое количество разных подходов к этому. Есть огромное приложение суперпопулярное, которое называется Maltego, к которому подключались в качестве источников в том числе и такие нейросетевые как бы, так сказать, источники, которые строят разные аппроксимации вокруг данных. И то, что в России пытаются сделать что-то подобное, но мне кажется, что это не удивительно. Тут единственное, что все не договаривают, все почему-то боятся. Но насколько я прочитал эту новость, полноценную версию товарища Майора собираются выпустить в конце 2024 в начале 2025 года. Знаете, знаете, в наших условиях через год это примерно никогда. Ну, это просто слишком далеко, поэтому можно, наверное, пока дышать более-менее спокойно. Это уже из прогноза предстоящий год. Знаешь, у нас потому что обычно в конце итоги, а в начале прогнозы. У нас тоже были. Я посмотрел, кстати, прогнозы на предстоящий год. Я из них кое-что вынул для сегодняшней программы. Вот, а пока продолжим. Как ты, как ты смотришь на товарища майора, товарища Оскар? Ну, давайте разделять. Значит, понятно, что известие отдельно – это сливной бачок. Некоторый медийный такой ресурс, на котором можно разместить все, что угодно. И они хватают за все, что угодно, и как-то там рисуют э, то, что им интересно. Значит, если компания называется T-Hunter, ну, видимо, она охотится на телеграм-каналы. То есть они, наверное, придумали, как из открытых источников находить закономерности, как э, э, они могут уловить взаимосвязи. При этом мы понимаем, что у тех, кто э, контролирует э, сормом все передачи сотовых операторов, все выходы в соцсети, все мобильные коммуникации и так далее, что у них гораздо больше возможностей определить, собственно, владельцев телеграм-каналов и так далее. Поэтому, ну, это конкретно, вот это конкретно, скорее всего, пиар одной конкретной компании. Поэтому я бы, особенно товарищ майор, это они просто подлизываются, они на самом деле товарищ сержант на каком-то более мелком уровне. Вот. А, конечно, тот, кто думает, что может сохранить на в телеграм-каналах, э, с учетом присутствия там э, Паши Дурова и Абрамовича э, в акционерах, ну, это наивность абсолютно. А, особенно учитывая то, что все государственные СМИ говорят, подписывайтесь на наши телеграм-каналы, э, значит, э, слушайте нас в телеграме и так далее. Ну, это конкретно, вот, конкретно эта история, это пиар, на мой взгляд. Лучше, но ну, я единственное, что добавлю насчет э, Тихантера, у нее какая-то интересная история, потому что она очевидно раньше называлась Том Хантер, вот, э, и у нее адрес такой в сети, правда, название как бы это больше не упоминается, он э, везде Тихантер, но э, адрес сайта tomhunter.ru. вот, и оно, они просто позиционируют себя как Услуги по обеспечению информационной безопасности. Там в общем Telegram, по-моему, даже на первой странице даже не упоминается как таковой. Вот, ну да, я, я, чисто, я чисто напомню вам, что мы вообще-то всю эту историю с Тихантером, о которой все начали говорить только сейчас, обсуждали в точке. Я специально проверил, от марта этого года. То есть слушайте точку, мы обсуждаем все эти темы за полгода до того, как они уходят в популярную литературу. Хотя а... я-то я даже этого и не помню, хотя я пролистывал за. Я тебе uh... напомню. Новость звучала так. Ростех договорился с непонятной компанией, которая тогда -то называлась Тихантер. А, причем та часть Ростеха, которую, как сейчас помню, курирует сын uh, Чайки, uh, того, который генпрокурор о том, что вот они будут это делать. Делать они это будут исключительно по открытым источникам. И мы тогда уже говорили, что из открытых источников там IP-адреса, данные геолокации, мобильного телефона. Поэтому если вы ведете анонимный телеграм-канал, постарайтесь выпускать сообщения свои через VPN, и тогда вам ничего глобально не грозит. В общем, примерно все. Так что то, что Оскар сказал, так оно и есть. Миша? Понятно. Ну, а я... Да, Миш, а добавь я... что-нибудь. Да, я прочитал статью эту на Известиях, вот, и там было прямо описание того, как это работает, вот, потом я погуглил еще немножко и нашел даже видео, где объяснялось, как эта штука работает. Короче, искусственный интеллект там заключается в том, что он пишет промты, то есть на самом деле это, ну, как бы сказать, это просто телеграм-интерфейс, в котором тебе не надо там, ну, писать какие-то конкретные слова, он сам как бы, ну, дианонимизирует, прямо вот написано, дианонимизирует мне там такого-то, такой-то телеграм-канал и он по открытым источникам они находят видимо где-то из баз данных достают и короче показывают демонстрируют что что в какая информация есть на этот телеграм канал в открытых источниках дальше этот самый Том Хантер он известен этой конторы из... а а вторая часть этого на самом деле замечательного проекта заключается в том что там же вот в этом же самом интерфейсе туда еще подключена база данных ФНС Ну, такая Логично. многозначительная, многозначительная па пауза. Ну, то есть представьте, да, то есть в одном и том же интерфейсе он вам дианонимизирует каких то телеграм-каналы, и тут же у него, это, собственно, интерфейс к базе данных ФНС. Федеральная налоговая служба, кто не понял, то есть они просто показывают а, учредители какой-то компании. Это все доступно в открытых источниках, то есть достаточно дойти на тот же самый ФНС, ввести копчу и вам покажут ровно то же самое. Вот и еще Том Хантер известен тем, что они разработали э, так называемый ханибот, ханибот, ну вот как из Ханипот есть еще ханибот. То есть это такой бот, телеграм-бот, в который вы там вводите какие-то данные свои персональные, ну, не знаю для каких целей, там видимо что-то просят и так далее, а все эти данные собираются, собираются в одну кучку и потом, собственно, являются а, базой вот для деанонимизации. Вот отсюда еще один вывод, там что Гриша сказал, что если вы будете пользоваться VPN, и в том числе для общение в Телеграме. Вам ничего не грозит. Еще один такой совет. Никогда не вводите персональные данные в боты. Ну, то есть, если бот вас просит какие-то персональные данные, задумайтесь, что это за бот, зачем он это делает и почему ему нужно именно вашу фамилию, имя, отчество, номер паспорта и так далее. Вот, собственно, все. Окей. Okay. Еще в этом году вот из, из того, что касается слежки там и всего прочего, была одна довольно большая новость, и мы ее тоже, конечно, обсуждаем. И вообще все, что сегодня, не зря мы к итогам возвращаемся, мы все так или иначе обсуждали. Просто есть еще раз возможность это вспомнить, может как-то даже переоценить. Вот была новость, которую даже, например, осенний журналист Андрей Захаров, я сейчас опрашивал. Разных людей на предмет итогов года, вот и он назвал мне ее как один из главных итогов года и один из главных там трендов на э, год предстоящий. Речь идет, помните, была история о том, что власти России собираются всю систему камер, э, точнее, все камеры, которые есть: камеры наблюдения, камеры с распознаванием лиц, объединить в одну, единственную, в одну глобальную мегасистему. Вот. И это, мне кажется, тоже вполне можно э, отметить как итог уходящего 2023 года, разрастание вот этой мегасистемы с Москвы, с размеров Москвы, и отдельных городов до какой-то единой, такой, может быть, похожий на китайскую. Но, по-моему, вы и тогда были достаточно скептически настроены. Я немножко переосмыслил свою позицию. Я, я помню этот выпуск. Вот, и я говорил, что э, нужно распознавать преступников. Я помню, что значит. Э, я помню, меня... как вы меня били в углу потом. Да, я помню, как вы меня били, да. Значит, я после этого переосмыслил свою позицию. понял, что был неправ. Значит, я понял, что идея на самом деле должна быть обратной. То есть мы не должны распознавать всех людей, которые ходят по улицам. Мы должны распознавать только преступников. Если у нас есть преступники, у нас есть какие-то задержанные, какие-то подозреваемые и так далее, то мы можем хранить их образ и их некоторую карту лица, по которой мы можем сравнивать с людьми, которые ходят по улицам. Они должны фиксировать всех людей, которые примечаются по улицам. Вот. Я просто долго думал по поводу после этой передачи и понял, что я был неправ. И, ну, и в смысле, что это дает-то? Тебе же для того, чтобы, ну, как бы распознать, собственно, преступника, да, тебе надо вначале всех же образы, которые у тебя есть перед камерой, тоже надо распознать. Не, не, нет, 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 не так, не так. Если у тебя есть подозреваемый в преступлении, если у тебя есть преступник, который находится в розыске, то ты его конкретную карту лица имеешь как маску которую ты уже сравниваешь с людьми, которые ходят по улице, а ты не наоборот не сохраняешь все лица, которые ходят по улице в метро и так далее, ты не сохраняешь их всех, чтобы они совпали с тем, кого ты ищешь. Оскар, а это... как во-первых, как бы ну ты же не знаешь, кто у нас преступник, сегодня он преступник, сегодня он не преступник, а завтра он на митинг или письмо написал какое-то неправильное или пост во вконтакте. Ты же не знаешь, он сегодня он писал, не, Но Аскар да, как раз и говорит э, в некоторой такой идеальной ситуации, как должно было бы быть, по его мнению, я так да, понимаю. Да, да, это, да это, правильно, да. Там не идет а, о том, чтобы с помощью системы распознавания лиц митингующих отлавливать. Я именно это имею в виду, что на самом деле э, правильная система распознавания лиц, которая должна быть везде внедрена, значит, она, если у тебя есть слепок и образец, то ты можешь его приравнивать к людям, а ты не должен э, всех людей э, э, тупо копировать себе в базу данных. Вот это э, мое, как послесловие того, э, того вечера, когда мы говорили, я был неправ. Хорошо. Ну, я, кстати, не думаю, что ты был сильно неправ. Понятно, что действительно все хотят, все, все спецслужбы и просто службы хотят искать преступников. У них, в принципе, работа такая в идеале должна быть. Но да, вовсе не обязательно для этого записывать и там, сохранять информацию о перемещениях всех граждан, кто бы то, как, бы, как бы и где бы он ни находился. И да, самое простое решение ровно такое. У тебя есть маски конкретных людей, которых ты хочешь находить, а информацию обо всех остальных ты как бы базово не сохраняешь. Другое дело, что это сильно уменьшает спектр как бы это сказать, спектр применимости всего этого. Скажем, если у тебя есть убийца, про которого ты знаешь, что он только что совершил преступление, ты можешь проследить его только вперед. Назад ты его уже проследить не сможешь. Ты не сможешь проследить, откуда он вышел, и, и это на самом деле довольно ну, осложняет, на самом деле, поиск преступника. Сейчас во многих странах, где камеры разрешены, а это в первую очередь в Великобритании, находят преступника, отслеживая, откуда он пришел. То есть, грубо говоря, прослеживая назад по камерам, как он перемещался. Не вперед, потому что вперед он может скрыться, там еще что-то придумать, а назад, потому что чаще всего люди до этого не додумываются. Вот здесь будут проблемы. В остальном, ну да, это, это намного лучше, намного лучше система, когда ты ищешь конкретных преступников, чем если не искать их вообще, как это, например, сейчас делается в Калифорнии, где просто запрещают использование уличных камер для спецслужб? Ну что же, давайте тогда продолжим с вашего позволения, потому что не только, значит, слежкой минувший год был отмечен и развитием технологий в этом, в этой сфере, или даже не только развитием технологий, развитием применения технологий, наверное, так. Ну и, конечно, одна из наших любимых, если не самая любимая, ну, самая частая из тем, это ограничения и блокировки. Здесь, конечно, я немножко потираю ручки, потому что всего одна неделя осталась до завершения э, моего с вами значит, спора, можно так сказать. Но сегодня мы подводим итоги. Так что все, э, как бы там ни было, в нашем, точечном 2024 году, который сегодня заканчивается, YouTube в России не блокировали, как я, собственно, и говорил. Почему так произошло, как вы полагаете? Не успели? Ну, у меня есть 10 причин, почему должны заблокировать YouTube, и я могу назвать 10 причин, почему не заблокировали до сих пор YouTube. Давай три вот. выбери, самое важное. Я... Ну, э, да, Или почти... пять. И у тебя на это пять причин. <сёк> Долго все равно это будет. Но заблокировать, скажем так, могут. Техническая возможность есть. Почему не заблокировали? Потому что, первое... Бояться нет нет политического решения прежде всего политического решения нет потому что нет какой-то предсказательной определенной базы что случится после того как YouTube будет заблокирован потому что YouTube это не просто YouTube это целая экосистема огромная большая включая допустим сервера Global Google Cache и доступ к серверам операционной системы Android то есть это все как бы все вместе, и если отключить YouTube, непонятно, а вдруг э, Google заблокирует в ответ Россию. Это тоже важная как бы история. Ну и третий пункт, это, конечно, политическое какое-то э, решение, тоже непонятно, как к этому отнесутся граждане. Хотя, казалось бы, наплевать, э, ну, путинским этим клевретом наплевать, конечно, на граждан, вот, но на то то, что скоро будут выборы, и как, бы, как к этому народ отнесется, предсказать невозможно. А раз невозможно предсказать, то лучше пока ничего не делать. Вот, собственно, что и произошло. Если уж когда их заблокируют YouTube, то это вот после выборов, наверное. После так называемых выборов. Знаешь, э, раньше говорили, ну, до выборов точно заблокируют. Теперь, ну, после выборов точно заблокируют. Я же говорю, Хорошие что и прогнозы, вы... отличные. 10, 10, 10. И, и эксперты так веселые. Может, так, может, перед выборами все-таки, а не Мы после выборов. Выборим. Слушай, они сумасшедшие. Ну mm -hmm. вот реально. Ну то есть, точнее, нет, они как бы дураки, дураки, дураками, но мыло не едят, да? Вот и, соответственно, у них есть какая-то определенная логика в принятии решений, но мы эту логику не понимаем, потому что она, ну, ненормального человека такая логика. Как уж что они там примут какое решение, Бог его знает. Я думаю, что это будет, поскольку они чаще всего действуют именно как бы реактивно, ну, то есть в ответ на какие-то действия другие. Я также думаю, что ну, будет, будет ожидаться какое-то событие, ожидается, точнее, какое-то событие, после которого и по, 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 ну, как бы последует реакция. Пока такого события не произошло. Что это за событие, я тоже там, с трудом себе представляю. И но... между так, как произошло с э, Фейсбуком mm. и как Инстаграмом. С Фейсбуком. Как с Фейсбуком, Инстаграмом, Твиттером и так далее. Слушайте, а напомните, а какое событие произошло? Что... А тогда ну, как бы официальным таким, как бы официальной причиной в 22 году, в марте месяце, это было то, что Facebook, ну вообще компания Мета разрешила ругать матом украинцам, ругать матом россиян, и за это не банить их. Ну, там, более было... там были и призывы, и все прочее. Да-да-да. Там... Но это, это формальная, конечно, была формальной, такой, формальной причиной. Вот. Но она как бы ну, состоялась. И ну надо сказать, что Facebook все-таки ну, не так важен был э, с точки зрения именно поддержания инфраструктуры, поэтому Facebook заблокировали. Ну, а, не так важен, как что, как Instagram? как. Э, как YouTube. А, ну как, э, видишь, мне кажется, что мы сильно недооцениваем то, насколько Роскомнадзор и, и технологические компании вокруг него научились гранулярно блокировать и нет такой проблемы конечно же в смысле можно заблокировать только один YouTube просто как ты правильно сказал есть возможность ответной реакции что в ответ Google может просто заблокировать все и ну, единственное чем это можно действительно объ объяснить вот такое нежелание прямо сейчас ничего блокировать это просто боязнь ну да. как будто... страх, страх и жадность да Совершенно верно. Друзья, извините, пожалуйста, я вклинюсь. во-первых, я хочу формально э, признать, что э, Саша Плющев был, ну, он выиграл спор, окей, не заблокировали. Значит,. Э, Страна выиграла, не Саша Плющев выиграл. Нет-нет-нет, не, не, мы, мы пока еще держимся, потому что мы помним, садому Хусейна повесили 31 декабря. Поэтому мы надеемся до сих пор, что значит YouTube заблокирует э, в, в, в новогоднюю ночь, чтобы никто не заметил. Вот, поэтому, пока что мы формально признаем, что он прав. Вот, при этом мы думаем, как и Миша говорит, что значит, эти Google Cash сервера заблокируют на территории Российской Федерации. И будет, как мы с тобой, Гриша, аккуратно э, делали реверанс, что... YouTube'ом станет пользоваться беспол... ну, очень сложно, да, то есть как бы очень трудно он замедлится и так далее. Поэтому мы пока еще надеемся выиграть у Саши Плющева, значит, что либо его в полную заблокируют, либо, значит, его эти кэши отменят, и они на операторах не будут стоять. Тут надо, наверное, прояснить, почему я так уверенно всегда говорил, что мне кажется, что YouTube заблокирует, причем в короткие сроки. У меня есть позиция, она, может, не очень правильная, особенно когда ты находишься за пределами страны. Но я, к сожалению, уверен, что бывают такие ситуации, в которых, может быть, случится что-нибудь плохое, это было бы хорошо. В смысле, знаете, как. Чем хуже, не... тем лучше. Да, ужас в некоторых ситуациях. ужас без конца. Да, типа того, да. В некоторых ситуациях важно, чтобы плохое случилось как можно раньше, потому что это означает более быстрое выздоровление. Там, ну, люди про это редко задумываются, но зуб, который все время понемножку ноет, ухудшает жизнь намного сильнее, чем зуб, который один раз вырвали. И вот это вот оно мне кажется, что чем быстрее в России случится вот этот крах Ютуба, тем быстрее все найдут другие способы коммуникации с, с аудиторией, и тем больше будет людям понятно, что то, что происходит в стране, оно ну жесткое, очень оно очень жесткое, очень неприятное, и ощущение людей, что вроде бы пока все нормально, оно связано с тем, что вокруг нас слишком. Медленно подогревают газ, как я как я любил, любил говорить. Вы, наверное, видели сейчас внезапно кто-то в, в этом году снял чудесное видео, показывающее, как краб, которого варят в супе очень медленно, продолжает есть кусочки еды, которые плавают вокруг него. И это очень страшно выглядит. И вот для меня сейчас история с техническими компаниями в России она выглядит так. Люди продолжают потреблять контент, не осознавая происходящее. И чем быстрее люди осознают, тем, тем легче всем будет. Легче, в смысле, буквально. И мне в том числе легче будет. И, собственно, я поэтому так и говорил всегда. В смысле, я искренне надеялся на то, что произойдет что-то плохое, и это будет хорошо. То есть, как, да, это добавляя к тому, что, на самом деле, Саша прав, безусловно. Он большой молодец, он выиграл. Он нас заставил поспорить, хотя никто спорить не хотел, и выиграл. Ну, да, спорта как такового не было. Вы просто утверждали, я утверждал обратно. И не мы с тобой поспорили в эфире. Мне кажется, по-моему, на бутылку шампанского мы поспорили. О, да не было такого. Но я согласен, если вы мне пришлете по бутылочке, я не буду против. Значит, на самом деле для меня огромная радость и честь, что вы каждое воскресенье приходите ко мне в точку и сам готов проставиться. Слушайте, бог с ним, но в конце концов, я единственное, что я не, не то чтобы не согласен с Гришей, но у меня двоякое ощущение, двоякое отношение к этому. Я понимаю его условно говоря, мотивы и логику, и в общем, наверное, где-то могу разделить, но с другой стороны, опять же, зная, каким образом э, все устроено в России, э, это просто, ты знаешь, нет, э, мне кажется, что вот понимание того, э, то, то есть результата, особенно э, это большого, не даст такого, какого ты может быть ожидаешь. Как мне кажется, я просто, опять же, э, киваю здесь на свою аудиторию, ну, конечно, осталась... я, часто, я часто избыточно оптимистичен в этом плане. Но... Да, да, которая осталась без СМИ и уже, в общем, готова была остаться, а потом они начали появляться вот в том же Ютубе, что было для нее большой радостью, но я повторюсь, аудитория не, никуда бы не пошла. Она просто бы вот зажила бы в этой депрессии без тех средств массовой информации, которых лишилась с начала войны. Вот и все. Вот я здесь на самом деле соглашусь с Сашей абсолютно. У меня тоже такое некоторое депрессивное представление о том, что на, на, людям сказали есть контакт он есть контакт то есть вконтакте Рутюб и так далее они переключаются и реально к сожалению блокирование ютуба повлияет на то что информации станет меньше потому что люди там не разбираются они кликают по ссылке не показывают ладно и все то есть такие сознательные зрители как мы это меньшинство Видишь, это же тогда это просто не жизнь, а видимость жизни такая half-life знаешь, типа полужизнь. В смысле, что те зрители, зрители которых ты считаешь сейчас зрителями, и которые не смогут найти способа посмотреть ну, в смысле, добраться до правды и увидеть правду это как бы такие, ну, полузрители в смысле, это люди, которые благодаря легкой доступности контента что-то могут сделать, но приложить усилия и так или иначе добраться до правды, скорее всего, не смогут. Вот что ты говоришь. Я более оптимистичен и считаю, что то, как сильно поднимались VPN в тот момент, когда что-то в очередное разблокировалось, показывает, что люди более или менее поняли, что придется не, как раньше, находить нужную информацию просто случайным образом, а буквально ее добывать. Мастер, мастер, художественного мостика Гриша, конечно, перекидывает нас к еще одной теме. Это борьба с vpn -ами. на протяжении всего года она велась. Давайте сначала поговорим. Вообще, я помню, что в предыдущем нашем итоговом проекте Михаил Климарев представлял проект VPN. Так было ровно. Как вы думаете, что будет на этот раз? Видимо, что-то похожее. Но прежде чем это произойдет, давайте поговорим о том, насколько удачной была борьба российских властей с vpn ами в этом году. Насколько успешной. Ну, мне кажется, очень успешной. Миша, мне кажется, тебе, тебе надо про это рассказывать. Ну, видимо, но... да. Я быстренько, я быстренько Сейчас сейчас Миша скажет профессионально, а я как обыватель скажу, что я задолбался реально значит, менять VPN. -ы. То есть реально у меня 5-6 vpn поменял за последние полгода только. И мне уже даже вот соседка из дома, значит, по подъезду, говорит, Аскар, приходите, я вас накормлю пельменями, значит, а вы мне там поставите VPN нормально, да? То есть у людей реально с vpn проблемы. Раньше в Винду ставили, теперь VPN, Аскар. Да. Да. Хорошо. Миша, есть... да, да, ну, давайте телегой, короче, по поводу блокировки vpn Да, в августе месяце произошло событие, которое довольно важное в этом отношении, по поводу вообще развития блокировок в России. Это начало блокировок э, по протоколу. Ну, то есть раньше они блокировали, как? Э, зная точку доступа, то есть куда вы э, vpn своим подключались, сервер, к которому вы подключались где-то там за рубежом, вот, зная вот эту точку, ее блокировали, и все, ваш VPN переставал работать. В августе месяце они немножечко эту тактику поменяли, потому, потому что начали блокировать именно не куда, да, как бы трафик шел, а каким образом это трафик шел, то есть тот, тот способ соединения, который, который, как бы использовали. Были заблокированы все более-менее популярные протоколы, такие как WireGuard, OpenVPN, и там еще какие-то, по-моему, L2TP, IPSec и так далее. Ну, целое семейство, огромное семейство этих всех протоколов. Причем работали они не везде, я имею в виду блокировки, а только на операторах мобильной связи, на фиксированных операторах это все работало. И ну, просто в силу того, что архитектура построения именно мобильных операторов связи отличается, и там DPI как бы, ну, by, by design встроен. Он нужен не для того, чтобы что-то блокировать, я имею в виду DPI, Deep Packet Inspection, а для того, чтобы приоритизировать как-то трафик, ну, один тип трафика над другим поскольку это возможно не только вопротизировать, но и блокировать, вот, они эту возможность использовали и заблокировали. Вот. А разумеется, после этого там, многие VPN-сервисы, которые ну, как бы позиционировали себя для обхода блокировок, начали менять протоколы. Сейчас такое решение найдено, в частности, наш проект VPN-генератор – а умеет сейчас в три протокола, я думаю, что после Нового года мы запустим еще один, включая свою собственную приложенку и ну, свой, свой свой собственный протокол, над которым мы сейчас, собственно, работаем. Вот, а действительно в том, что вот там переключать один, как, как мы, собственно, и советовали, да, раньше, если, Гриша, помнишь, мы всегда советовали иметь на компьютере и телефоне не один VPN, а несколько VPN. -ов. Один заблокировали, второй включили, второй заблокировали, третий включили. Сейчас эта игра будет продолжаться. Вот, и э, главное то, что сейчас нам нужно сделать еще, нам это, ну, я имею в виду, как бы, да, тем людям, кто занимается э, противодействием пропаганде, противодействием блокировкам, э, нам нужно довести э, до большого числа россиян э, задачу, ну, э, как бы сказать, знания, наверное, да, знания и умения о том, как обходить блокировки, э, то есть, ну, прям подходить к этому профессионально, обучать, создавать какие-то новые проекты. Собственно, чем мы будем тоже заниматься в этом году? У нас такой есть проект, очередной мой созданный проект, он называется «На связи». И он предназначен именно для того, чтобы рассказывать россиянам о том, как обходить блокировки. Вы можете это уже прямо сейчас воспользоваться этим, набрав в Телеграме на связи, там есть Телеграм-канал, есть бот. У бота вы можете задавать ему вопрос, они вам все ответят. Я имею в виду люди, которые сидят на другой стороне. Вот. И там задача на самом деле она довольно большая, довольно грандиозная. Сейчас, по нашим оценкам, примерно 25-30% россиян, которые умеют пользоваться, которые пользуются интернетом, знают и умеют, как обходить блокировки. Знают хотя бы там вот это слово VPN и что это вообще в принципе обозначает. Это много, это 25 миллионов человек. Ну, если учесть, что там вся аудитория российская, это примерно 100. Ну, плюс-минус, не будем там вдаваться в подробности, какие-то детали уходить. Так просто легче считать. Наша задача довести это до 50%. То есть нам нужно рассказать сейчас о том, как пользоваться обходом блокировок, примерно 20-25 миллионов россиян. Это прям важная задача, которую мы, собственно, и а, будем а, решать. А какой вывод из этого всего? И, и он на самом деле, этот вывод, он очень безрадостный и как бы прогноз, опять же, да, на следующий год, что блокировки в следующем году будут продолжаться. Ну, в частности, вот опять же, мы ждем блокировок YouTube и Telegram. Как уж это случится, когда случится, я не знаю. Но то, что интернет будет работать хуже в России, это совершенно однозначно. Во-первых, просто потому что блокировки. То есть они будут продолжать дальше что-то блокировать, они будут дальше продолжать э, какие-то протоколы изыскивать очередные, пытаться их заблокировать, пытаться заблокировать какие-то ресурсы, которые, на которых держится интернет, ну, типа там каких-то open DNS и так далее. Вот. Но кроме этого, есть еще вопрос, есть еще как бы фактор санкций. Дело в том, что по санкциям запрещено, запрещена поставка оборудования внутрь страны, ну, достаточно мощного. И это уже начинает влиять на качество оказываемых услуг. В 2000, как бы, 2023 год в историю войдет, в историю российского телекома войдет тем, что впервые в этом году скорость доступа к интернету не выросла. В некотором смысле даже и замедлилась, упала. А до сих пор, там буквально там, 25 лет, то есть там начиная там, условно с 98 -го года, скорость, средняя скорость доступа только росла. Цена при этом падала, а скорость росла. Вот в этом году впервые скорость упала. Это связано и, прежде всего с блокировками, во-вторых, это связано с санкциями, то, что э, запрещена поставка оборудования. А оборудование нужно не только для развития сетей, а еще и для поддержания э, действующих сетей. А оборудование стареет, это тоже тренд, он понятный совершенно. Ну, условно, в России примерно 1 миллион базовых станций, 5% из них выходит из строя в течение года. Ну, просто вот статистика такая. Опять же, тоже она примерно у разных операторов по-разному, но тем не менее. То есть вам нужно ввозить, только для того, чтобы поддерживать определенный уровень а, качества сети, вам нужно ввозить 50 тысяч базовых станций минимум. Даже, даже не развиваясь. 50, одна базовая станция весит там, примерно 200 килограмм. Ну и можете посчитать, что 50 тысяч это несколько вагонов, несколько даже не вагонов, а эшелонов оборудования, которое нужно вести. А его запрещено возить такое оборудование. Поэтому оборудование будет стареть, качество связи будет падать. Это как бы а, как бы вот такой вот тренд. Тут, тут есть важный момент, что э, как раз это оборудование, оно привязано не, не просто к какому-то интернету, да, воткнул и работает. Оно еще и э, обладает встроенной системой геолокации, которая нужна для функционирования сети. То есть вы не можете обмануть производителя и купить в Турцию или там в Китай э, нужные вам железки и воткнуть их в Россию и сделать вид, что они э, там нормально работают. Да, совершенно верно, Гри Григорий прав. Плюсом ко всему это сервис, ну к этому оборудованию, там же это программное обеспечение, довольно сложное программное обеспечение, к нему надо выпускать апдейты, потому что там постоянно какие-то дыры возникают, или ошибки какие-то находятся, или появляются какие-то новые функции. Эти апдейты тоже запрещено э, поставлять, ну, потому что оператор, ну не оператор, вендор, точнее, продавая это оборудование, он заключает сервисный контракт с оператором связи, а эти сервисные контракты все разорваны, соответственно, апдейта тоже на этого нет. Если оно есть, то это какой-то пиратская, тоже через какими-то там этими сделаны. Естественно, никто не будет отвечать да, за то, что там что-то поломалось. И это, ну, мы будем просто чаще видеть, на будущий год чаще видеть, что там отломилось что-то, тут сломалось. Из деревень оборудования повезут в города, потому что в деревнях мало абонентов, а в городах много. Вот, и там как-то его будут менять. Ну, знаете, как-то студенческий анекдот. Там, сегодня у нас в общежитии смена белья, второй этаж меняется с третьим. Вот примерно то же самое будет происходить. Но операторы связи, конечно, будут этому делу сопротивляться. Тут последний отчет компании Куратор. Они усказ... констатировали, да, о том, что там надежность связи в России, несмотря ни на что, выросла. Это связано с тем, что операторы связи пытаются как-то, несмотря ни на что, пытаются услуги связи оказывать, да, и они пытаются их сделать качественными и начали переводить некоторые сервисы на территории так называемых дружественных стран. Ну, в частности, это Казахстан, прежде всего. Один только Яндекс построил в Казахстане дата-центр, там, по-моему, мощностью на 2000 стоек. Это довольно много. И сейчас многие пытаются сюда переехать, ВК там строят, еще что-то, опять же, связано с теми же самыми санкциями, потому что в Россию-то нельзя в оборудование возить. В Казахстан можно, вот, заводят оборудование в Казахстан, дальше честно совершенно устанавливают его в Казахстане, но с целью оказывать услуги россиянам. Не знаю, хорошо это или плохо, я, честно говоря, не решил, но такая тенденция вот тоже есть. Соответственно, вот роль вот этих так называемых дружественных стран в области как раз обеспечения россиян интернетом, она будет расти. Другое дело, что, опять же, если они будут э, на этих серверах там танчики свои обсчитывать, там, не знаю, что там, Solidworks покупать, да, и в облаке его гонять, вот это вот может быть привести к каким-то печальным последствиям, и, и, и в санкции попадет Казахстан целиком как страна. И это прям тоже опасно, опасно. Вот. Но тем не менее это мы, мы разговариваем про тренды, которые а, как бы на будущий год. Вот. И эти тренды, ну как бы должен вам это сказать, да, что вот сейчас, во-первых, это будет важность этих стран будет расти, во-вторых, эти страны тоже находятся под большой угрозой вторичных санкций. Ну вот, наверное, такая вот тележка. По поводу VPN-генератора мы начали э, готовить такие большие. Во-первых, мы построили в этом году э, большую инфраструктуру. Мы сейчас готовы принять там до 200 тысяч э, пользователей. Подключайтесь. Это не просто э, VPN, это VPN, который вы можете раздавать друзьям и знакомым, даже не можете, а вы должны это делать. Раз вы смотрите точку, значит, у вас есть какая-то подготовка более-менее, значит, вы можете разобраться. Вот Аскар, кстати, подключи. Ты подключился к VPN-генератору по итогу? Пока еще нет. Вот зря, потому что ты можешь к соседке на пельмени ходить гораздо чаще, да, потому что там как раз есть возможность создать специально для нее ключи и дать ей VPN, и чтобы она пользовалась, как бы в счастье, да, как это как говорится. Но там же нужно пять друзей привести. Ну, ты и приведешь пять друзей. Вот у тебя, считай, соседка есть, у соседки еще там муж, никто не знает, кто там, дети у соседки, кто там. Или ты там более хитрая схема как бы рисуешь. Заведи пять соседок. Хорошо. Вот, это важная на самом деле история, потому что, опять же, помните, да, там была такая штука по поводу блокировки информации об обходе блокировок которые тоже как бы ведут где-то в марте месяце, сейчас пока еще не блокируют, хотя уже многие тоже начали, включая там кто-то сам удаляет со своих э, сайтов такую информацию и так далее. Вот, это тоже важная на самом деле история. И поскольку эта информация тоже будет блокироваться, то а как еще распространять эти знания ну, по поводу вот как-как пользоваться обходом блокировок? Ну никак. Ну, Только... Да, Гриш, давай мы э, сейчас, может быть, посмотрим ваш ролик, а после ты мне ответишь на один вопрос. Хорошо. Надоели? Так вот, дорогой Григорий, кстати, очень знакомый голос в ролике чей-то. Значит, то есть не дорогой Григорий, а дорогой, дорогой Михаил, прости, дорогой Михаил. Конечно же, первое, что тебя спросит наш зритель, ты вот предлагаешь там стать бригадиром, а насколько это безопасно? Мы не ведем никаких логов от слова абсолютно. Мы не, не собираем никаких персональных данных от слова совсем. Насколько это безопасно, на сегодняшний момент я могу сказать, что на сегодня это безопасно, пока нет никаких законов о том, что, ну, как бы, запрещается а, пользоваться VPN-ом, запрещается ставить их друзьям и знакомым. Что там дальше будет, я не знаю. Но мы постарались сделать так, что даже если нас там, мы, в том числе от взломов там очень хорошо защищаемся и так далее, но даже если нас взломают, у нас нет никакой информации, даже не пытаетесь это найти, у нас нет никакой информации о том, кто и как пользуется этим vpn Поэтому, ну, Поэтому ну, мы сильно заморочились на безопасности. Что смогли, то сделали. Вот пользуйтесь, пока это безопасно. Окей, okay. uh, продолжим дальше, с вашего позволения. Uh, тем более, что времени у нас осталось не так много, а темы еще есть. Uh, весь этот год шла эпопея с uh, продажей uh, Яндекса, uh, и одним из ярких ее uh, таких мест, ярких фрагментов, было знаменитое письмо Воложа, в котором он осудил войну. Ну, тут, конечно, без Гриши не обойтись. Ну, я не знаю, почему мне конкретно без гриши не обойтись. Может быть, потому что у меня очень много личного в этой истории. Конечно же, я долго работал в Яндексе, долго работал с Аркадием. Я считаю, что это важное событие, одно из важнейших событий в году, потому что Аркадий как раз был из тех людей в IT-индустрии, которые... Ну, давайте скажем так тем, к тем, к тем, кто с ним общался, было давно понятно, какая у него позиция по большинству по вопросов. Но то, что его довели до состояния, что он высказался о том, как он ко всему этому относится, относится это для меня показатель того, насколько ну, как бы, насколько тяжело все в стране. То есть, на самом деле, Аркадий, он же ведь, в принципе, никогда про политику ничего не говорил вообще никогда. А тут происходит война, и война такого масштаба, что ну, как бы ему нужно было высказаться. Причем обратите внимание, он высказался ведь о войне в Украине и о том, что происходит в России. И никак не высказался по крайней мере, мы ничего не слышали о том, что происходит в Израиле, где он живет последние почти 10 лет уже, ну, 9. То есть мне кажется, его действительно допекли и допекли не только тем, что происходит в стране, но, разумеется, и всевозможными санкционными действиями. Я знаю, у меня много хейтеров за то, что я считаю, что там непонятно, какую, какую роль выполняют санкции в отношении Воложа в этой ситуации. Но по факту я искренне считаю, что санкции вокруг айтишных бизнесменов в России, они, с одной стороны, есть, а с другой стороны, недостаточные, и, кажется, направлены не на тех людей здорово, что Волош хоть как-то высказался. Есть куча ребят, которые не высказывались. Почему бы не направить теперь санкции на них? Мне кажется, что это неплохой способ сделать так, чтобы вся страна знала, как, как каждый IT-предприниматель... Почему я... Я, На самом деле, про всех предпринимателей. Мне просто IT больше в этой ситуации важнее. Санкции — это неплохой способ заставить всех предпринимателей высказаться. И в данном случае, мне кажется, всем стало легче, включая Аркадию, которая наконец-то публично заявила о своей позиции. Гриша, извини, пожалуйста, а тебе не кажется, что Яндекс начали отжимать еще до начала войны? То есть, когда ВТБ входил в акционеры, когда делали сделки со сбермаркетом, там, со Сбером и так далее. То есть не было ли такого ощущения, что на самом деле любое успешное крупное предприятие в России, его ГБшники вместе с Владимиром Владимировичем отжимают и Ротенбергами, и Ковальчуками, как только оно чуть-чуть более заметным становится? И не было ли такого с Яндексом, что его начали отбирать еще до войны? Слушай, я так не чувствую, но здесь нужно повторить еще раз, что я на самом деле довольно оптимистично настроенный чувак, в смысле, что я плохо... Короче, я плохо умею чувствовать такие вещи. И вполне вероятно, что это происходило. Я бы сказал, что его начали отжимать задолго до, но только не по этим признакам, а по тем признакам, что там еще в 2010-2012 году, когда государство начало интересоваться интернетом, можно было догадаться, говорим сейчас мы, находясь в конце 23-го, начале 24-го, что происходило. Но если честно, я не, не видел ни одного человека, который бы в 2012, 10-12 году приходил бы и говорил, да, все понятно, Яндекс, государство, Яндекс. Отожмет". То есть все мы сильны задним умом, прости, пожалуйста, за эту формулировку. Сейчас, глядя, наверное, можно сказать, что так и было. Причем, повторюсь, все началось значительно раньше, с каких-то там совершенно. Яндекс-блогов, новости и так далее, когда еще я э, да -да -да -да. машина ВГТРК ГТРК начала наезжать и так далее. То есть. Понятно, что они на Яндекс наезжали, опускали его акции и пытались торгнуться туда. Акция, все так, все так. Ну, золотая акция, видишь, формально имела другую причину, но неформально мы понимаем, что это, скорее всего, был тогдашний способ для того, чтобы лучше контролировать, что в компании происходит. Яндекс вот в этом смысле не один, но... Наверное, Яндекс просто был одним из лидеров э, в индустрии, и поэтому так на него давили с разных, с разных сторон. Старый на лидер, менее был. заметные компании, скажем, на Mail.ru, мне кажется, таким образом не давили, потому что они гораздо охотнее с самого начала работали с государством. Нет, так их просто купили, их же купил, собственно... Ну, это бандит, сильно бандит. позднее же произошло, Миш. А типа в 2010 году ты видел давление государства на Мэдру? Я не особо, честно тебе скажу. На ВКонтакте видел, но ну, это закончилось присоединением гораздо более мягкой и сговорчивой компании. Вот так. Окей, okay, да, продолжим тогда э, дальше обзор наших событий по году. И э, там была еще история... Помните, когда секретные материалы значит, разведки Соединенных Штатов утекли через Discord? Mm -hmm. вот. И просто хотел вспомнить, что это за история, что она была. И если у вас есть по паре слов, то можно добавить. Ну, на самом деле. А... Это история про то, что в, ну, в век информационных технологий ну, что-то держать в тайне очень трудно. Ну, есть возможность как-то это, там, видимо, что-то удерживает, но вечно держать и так, чтобы этом там точно никто не узнал. Э, в то время, когда там скопировать информацию, это просто там нажать буквально одну кнопку, это очень тяжело и очень трудно. Ну, в общем, то эта история нам это и показала, да, там, несмотря на то, что там закрытые какие-то там очень э, информационно безопасные, защищенные технологии, которые там у передовой страны вкладываются миллионы, миллиарды, наверное, даже денег. И тем не менее, самым простым способом, которым это можно сделать, этот человек, э, ну, утечку я имею в виду, организовать, этот человек, э, человека взяли на слабо, да. Вот ты, говоришь, там, типа, трендишь что-то такое, а слабо предоставить какие-то пруфы. Но он и предоставил эти пруфы. Так, собственно, эта утечка и произошла. Да, так и было, там технологического-то смысла, в общем, достаточно мало во всей этой истории, это, конечно, скорее о таких, о человеческих отношениях, но ну, просто забавно, что это произошло все в Дискорде, вот. не то чтобы забавно, ну, во многом и объяснимо, но с другой стороны, как бы и неожиданно. Ну, вот. объяснимо это тем, что именно Дискорд, потому что им пользуются более молодые люди. Да, да. Вот. И, ну, этот э, сотрудник, э, э, я не помню там, как это называлось организация, да, откуда эта утечка была. Ну, вот это там, сообщество, развед сообщества США, как-то так, по-моему, там называлось. Он был достаточно молодой, потому что, по-моему, 21 или 22 года. Да, парень молодой же совсем. Естественно, где он общался? Он общался, где все сверстники его. Это Дискорд, сейчас модную молодежи. Mm -hmm. Так и так есть. Оно вообще все произошло, да. Вообще, мне кажется, что этот год можно смело называть годом больших утечек, потому что были утечки практически везде. Была вот эта чудесная чудесная история с взломами всех крупнейших компаний и в том числе с взломами компаний, которые, казалось бы, должны были специализироваться на безопасности таких, как «Окта» и вокруг нее. То есть на самом деле. На фоне войны, происходящей, причем не только украинской, но и израильской, дико активизировалось все, что связано с поиском уязвимости, причем ну широко широко активизировалось, плюс появилось много новых наработок. И, наверное, если в прошлом году вспоминать, самая большая утечка была для нас, для всех это история про утечку с Дэка и Яндекса. Помните, да? То в этом году это просто. Мы даже перестали считать, мне кажется, потому что утечки произошли везде. Наверное, одна из самых красивых утечек, которые я видел в этом году, про нее очень мало говорили, это утечка данных э, московского Минздрава, потому что там внезапно слили данные всех, кому ставили прививки от ковида, например. Mm. И таких примеров, вот таких небольших, про которые никто толком даже не говорит, их такое количество, что мы привыкли тому, что все вокруг сливается. Здесь можно вставить нотку моего оптимизма и сказать, что я очень надеюсь, что это на самом деле влияет на людей таким образом, что они начнут ответственнее относиться к своим данным и где они их оставляют. Но думаю, что нет, если честно. Думаю, что в реальности утечки будут продолжать существовать все больше и больше до тех пор, пока не случится что-нибудь прямо конкретно глобально, какое-то глобально мощное. Давайте себе представим, что благодаря дыре в мастер-карте и визе, например, кто-нибудь смог изменить операции по, по всем картам в мире. Вот такого масштаба нужна история для того, чтобы человечество начало заново думать про свою безопасность. А пока, ну вот, мне кажется, это самый большой год по утечкам, самый масштабный, и ничего нам не говорит о том, что этот тренд изменится, скорее всего, 24-й будет еще больше. И еще главная тема, одна из главных тем наших с вами выпусков и даже у нас и еще один эксперт появился из-за возникновения этой темы- это искусственный интеллект. Вот. Не то, чтобы он появился в 2023 году сам по себе. Но конечно был, мы наблюдали продолжение большого взрыва, связанного с искусственным интеллектом и его применением в различных областях. И я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на какие-то ключевые моменты, связанные с применением AI. Давайте я последний по этой теме выскажусь, потому что у меня, мне кажется, больше всего тут есть, что сказать. Давайте с Оскара начнем. Оскар, как ты ну, смотришь на нынешнюю AI-революцию? Ну, я как медийщик, конечно, очень внимательно смотрю на AI, который очень последовательно захватывает все, что мы делаем в медиа. То есть начинается с сценаристов, которые лишаются работы, потом э, построение сюжетов сериалов, э, потом э, построение уже видеокартинки и э, дипфейков, когда используются персонажи. И я скажу, что... Ну, ну, я как очень старомодный старпер, значит, э, я немножко в ужасе от того, что реально, вот если посмотреть масс-медиа, э, и включая и сериалы, и новостной контент, и так далее, то я не вижу, как там можно противостоять, собственно, искусственному интеллекту. И ну, как это очень-очень скоро невозможно будет отличить от всего от одного от другого. Поэтому, ну, я пока что нахожусь в ужасе, и я не могу сказать, вот как бы те, кто там, наоборот, мои киношные друзья говорят, ну, никогда искусственный интеллект не заменит настоящего автора, режиссера, автора картины и так далее. Я скажу, хочу сказать, что в массовом сегменте искусственный интеллект очень быстро, в ближайшие несколько лет, там, один, два, три года, заменит полностью весь продакшн. И, и, и я не скажу, плохо ли это хорошо, я не смотрю массовые сериалы, вот. но это совершенно точно, э, очень сильно э, заменит массовую культуру. Вот. И может быть, на самом деле, это некоторая как раз возможность выживания для телеканалов, которые телеканалы очень сейчас сложно там конкурируют с продакшенами на, на YouTube, на всяких онлайн кинотеатрах и так далее. Может быть, телеканалы за счет своих финансовых мощностей, договорами с актерами, режиссерами и авторами сценариев, может быть, это для них еще некоторая лазейка для выживания на ближайшие несколько лет. Но на самом деле вот массовая культура, она будет заменена искусственным интеллектом очень быстро. Я тоже быстренько вставлю свои пять копеек. Там многие боятся того, что вот уже тут высказал о том, что боятся, что искусственный интеллект лишит их работы. Вот, а я скажу, что нет. Ну, в том смысле, что если те же самые сценаристы будут научиться, кто первым научится пользоваться ИИ для своих задач, тот победит в конкурентной борьбе, он просто будет более эффективный, как сейчас это делают программисты. То есть программист Copilot там, делает там, в два раза больше, чем программист без Copilot, а то и больше, может быть, даже. Вот. Всем программистам сейчас, ну там в том же VPN-генераторе, мы сейчас просто по умолчанию Copilot ставим, оплачиваем их, вот. и, в общем-то, мы довольны этими инвестициями. Вот. С другой стороны, нужно понимать, что вот все вот эти системы, они приведут к тому, что человечество в общем и в целом станет более производительным. Мы станем производить больше благ. Соответственно, да, может быть, лишаться работы какой-то, так это может быть и хорошо, потому что я не знаю, там есть ли люди, которые очень любят вот эту свою работу, там, не знаю, дальнобойщика. Это же очень тяжелая работа, она очень муторная и довольно опасная. Когда там будет ездить автопилот, да, то она будет эта машина будет ездить гораздо более безопаснее, она будет больше эксплуатироваться, ну потому что автопилоту не надо спать. Мы будем получать более качественные товары, более быстрее, и э, я вам даже скажу в каком месте можно сократить рабочее время, как бы, ну вообще всего всего человечества. Это банальный переход на четырехдневную рабочую неделю, а то и трехдневную, а может быть четырехчасовой рабочий день. Это же прекрасно. Вы работаете четыре часа в день, четыре дня в неделю. Вот а остальным вы занимаетесь творчеством, я не знаю, путешествуете по миру и так далее. И вот, собственно, искусственный интеллект позволит это все сделать. Поэтому бояться его не надо, все будет хорошо. Вот, а вторая тележка это по поводу телеком-инфраструктуры. Дело в том, что там 5G, да, о том, что нужен ли 5G или он не нужен, там до сих пор идут споры, особенно в России, где там, знаете, как леса и виноград, да, вот он укусить не можем, поэтому он плохой. На самом деле 5G позволит э, внедряться искусственному интеллекту более широко. Так называемые edge-вычисления это когда вот эти все вычисления, они, их очень много для того, чтобы тот же там. Чат GPT работал. Вот они будут подвинуты как можно ближе к потребителю и будут там, в каждом городе будет строиться свой дата-центр для того, чтобы обрабатывать вот эти все вычисления. И 5G позволит раздавать э, вот эти все вычисления как можно большему числу устройств, в том числе тем самым автомобилям или даже там летающим каким-то машинам на автопилоте. Это общение, какие-то голосовые помощники и так далее. Ну вот, вот это ждет человечество, и в 2024 году мы увидим дальнейшее развитие всей этой истории. И к 2030 году уже, наверное, наш мир очень сильно поменяется, он будет не так быстро, как нам кажется, он тоже будет медленно, вот как тот самый краб в кастрюле. Вот. Но в конечном итоге наша жизнь улучшится, я думаю, что она улучшится к лучшему. Григорий, твой выход. <служие> Да, мне кажется, что мы все время как-то очень абстрактно говорим про применение искусственного интеллекта, а если посмотреть на то, что происходило в 2023 году, наверное, можно сказать, что мы перестали ждать революции, зато ждем очень быстрых эволюционных изменений. И это, это очень крутой, на самом деле, прогресс, потому что раньше мы все время ждали, ой, сейчас появится что-нибудь такое, которое а хобана и прорыв. А мы пришли не в прорывную фазу, а в фазу когда раз в 3-4 три, в три месяца случается небольшое эволюционное изменение, которое не изменяет ничего радикально, но из-за того, что это происходит очень плотно, раз в 3-4 месяца мы видим прямо сумасшедший прогресс. И если если сейчас я смотрел недавно свои записи по поводу того, что было в конце 22-го года, и то, что сейчас происходит в конце 23-го СИ, это, конечно, небо и земля. Мы прям очень далеко ушли за этот год, и, видимо, следующий год будет такой же это год просто постепенных таких позитивных изменений, при этом. Я думаю, что есть люди, которые будут терять работу из-за ИИ, но люди неправильно понимают, как это происходит. Это не так, что внезапно вдруг большое количество рабочих мест замещается роботами. На самом деле, Миш правильно говорит, сейчас ИИ это скорее инструмент, который позволяет человеку более быстро выполнять работу более быстро, и, ну, казалось бы, это как выглядит? Если ты используешь какие-то автоматические инструменты, это значит, что ты через два э, часа после начала рабочего дня ты всю работу уже сделал, и можешь дальше ничего не делать. Но работодатели так не думают. Они ведь думают, что ты будешь работать все восемь. Поэтому на тебя будет просто возложено в четыре раза больше работы. А это автоматически означает, что трех человек, которые работали рядом с тобой, вообще-то, в принципе, можно и освободить от исполнения своих обязанностей. Потому что спрос, на самом деле, ограничен. И таких примеров очень много, и заменять будут очень большое количество разных специальностей уже на будущий год. Да уже сейчас заменяют. Другое дело, что заменяют пока в основном то, что легко заменимо, то, что легко автоматизируемо. Скажем, у программистов заменяют программистов середнячков и программистов новичков совсем на какие-то автоматические системы или наоборот предлагают более опытным программистам, пользуясь автоматическими системами, увеличивать производительность труда, давайте скажем так. И такая же история происходит с людьми, которыми занимаются, например, картографией, с людьми, которые занимаются какими-то процессами, которые не требуют в, по, в, в начальных своих фазах какого-то большого привлечения интеллекта. И здесь у человечества очень большая проблема, которую мы за следующий год не решим, а вот через год, я думаю, приступим к ее решению каким-то образом. Дело в том, что если у тебя нет начинающего картографа, человека, который только-только учится и которому вдают легкие задачи, то у тебя не появится опытных картографов вообще тебя не появится людей, которые нарисовали за свою жизнь много карт. Ну, потому что зачем тебе тогда новичок нужен, если все это автоматически рисуется не хуже? И вот эта проблема, проблема обучения специалистов, она на самом деле жесткая, и она возникла уже, она будет возникать все дальше. Представьте себе ситуацию, которую любят все говорить про self-driving автомобили, когда у тебя есть необходимость в опытных, в опытных водителях по-прежнему, но все твои, основ, весь твой основной рынок уже перешел на self-driving автомобили, на автомобили, в которых человек вообще не принимает никакого участия. Откуда возьмутся опытные водители? Таких ситуаций в жизни человечества много, и мы с ними начнем, начнем сталкиваться, я думаю, вот если не на будущий год, то через год. В остальном же э, все больше крутых инструментов, связанных с ИИ, очень классно. Это новая, новая какая-то волна э, технологий, особенно в сфере развлечений, э, а там их просто легче всего монтировать, э, благодаря которой человечество начинает двигаться вперед. Э, я, не, я бы не ждал в 24-м, даже в 25-м, наверное, году появления настоящего искусственного интеллекта. Но огромное количество готовых инструментов — это то, что нас ждет. И это очень классно, будет очень интересно. Хотя да, некоторые останутся без работы. Грустно, конечно, насчет без работы, но грустно... Мы с тобой даже... пока не останемся. Грустно, но интересно, знаешь, вот это вот редкое сочетание, грустно, но интересно. Ну что же, я думаю, что на этом мы с вами можем постепенно и заканчивать нашу сегодняшнюю итоговую точку. Если у вас, давайте по финальной какой-то фразе, хотите по, по итогам, хотите по прогнозам, хотя я думаю, что мы, как это обычно бывает, первую точку следующего года сделаем такую более глядящую вперед. Вот, и поговорим обо всем, что нас ждет, пофантазируем там и так далее. Но и у вас есть также уникальная, уникальная абсолютно возможность пожелать нашим зрителям что-нибудь на новый 2024 год. Я быстренько скажу. Значит, зрителям, конечно, желаю безопасности, спокойствия, надежности и какого-то ну, ясного будущего. Вот, и мирного неба, и чтобы это все вся ужасная история, вся закончилась поскорее. Вот. А насчет прогнозов, значит, у меня очень мрачный прогноз. Я думаю, что Чебурнет будет очень сильно ускоряться, и то, что нам сейчас казалось ужасным, оно будет завтра принято, и будет больше там больше больше запретов, ограничений. И то, что, казалось бы, вот, то же самое, блокировка Ютуба кажется невозможным, это будут еще семечки. Вот, к сожалению. Вот, а так я надеюсь, что э, искусственный интеллект очень сильно будет развиваться. Я не боюсь, что он лишит кого-то как, как, ну, как бы работы, потому что действительно, э, Гриша говорит правильно, что э, можно применять его э, в, в работе. И Миша тоже говорит, что э, э, это можно использовать как инструмент. Если мы с ним подружимся, то все будет хорошо. Но в ближайшем году он очень сильно семимильными шагами начнет внедряться в жизнь. Причем мы это начнем замечать в оффлайне. Это мой прогноз. Спасибо. Я пооптимистичнее немножко буду. Да, на будущий год, как говорит Оскар, в России все больше и больше будет в этот тот самый чебурнет приходить. Вот. Но при этом, если вы будете сами как-то увеличивать свое там понимание, как, как работает интернет, если вы будете заниматься самообразованием, вы в любом случае найдете дырочку. Какое-то ну, как бы качество жизни, безусловно, упадет, но то, что вы не останетесь совсем без информации, я вам это обещаю, мы будем над этим долго работать. В общем, с наступающим Новым годом, вот, и попробую, как бы сказать, словами моего земляка, все будет хорошо, даже не сомневайтесь. Григорий, я, может быть, вообще, в принципе, не оптимистичен, считаю, что все будет очень плохо, но, во-первых, меня мама учила говорить, игнорировать все, что происходит до слова «но», а во-вторых, мне кажется, что те слушатели, которые нас сейчас слушают, вопреки мыслям Оскара о том, что людям будет тяжело и все такое, и хочется сказать, что я уверен, что наши слушатели не зря нас слушали весь год, и помнят про то, что надо держать 8 ВПНов, про то, что надо все время искать другие способы подписаться на Сашу там, на Скара, на Мишу в Телеграме, про то, что все время нужно постоянно заботиться о том, чтобы получать свежую, настоящую информацию. И тогда в каком бы месте ты находился, пусть ты находишься, я не знаю, посреди Зимбабве, в каком-то диком совершенно месте, значит, дрессируй голубей для того, чтобы они доставляли тебе свежую почту. Тут такая же история. Ты оказался в Нигерии в снегах. Какой у тебя выход? Искать любые способы для того, чтобы получать настоящую достоверную информацию, не доверяя в этой ситуации никому, даже нам, хотя вот пользуясь цитатой из известного, пусть советского фильма, в наше время доверять никому нельзя никому, а точки можно. Приходите, я думаю, что мы, даже если YouTube закроют, найдем способ до вас достучаться. И это уж точно, полностью поддержу Гришу, и в завершении хочу сказать, что наша замечательная аудитория, по сравнению с другими, может быть, некоторыми моими программами, нашим ключевым продуктом Breakfast Show, не такая большая, но она, во-первых, очень верная, и каждый раз я, когда смотрю, смотрю, все те же пришли, все те же, там 40 тысяч чем-то, все, и, и вот все-все-все здесь. И это самые самые продвинутые, разумеется, самые пытливые самые, так сказать, самые вознаграждаемые жизнью люди. Давайте оставим это и в следующем году. Приходите на первую же точку в 2024. Будем вместе развивать вот эти связи, которые у нас привели и к созданию интернета, и искусственного интеллекта, и всего-всего, что нас окружает, самого интересного и самого передового. Благодарю Григория Бакунова, Скартуганбаева, Туганбаева, Михаил Климарева. До встречи в следующем году. Хорошего Нового года. Пока. Новым годом. С Новым годом.